Друзья, привет! Вчера я опубликовал на канале видео, на котором играю песню «Голос» Константина Никольского. И там, возможно, самые внимательные из вас обратили внимание на то, что качество звука несколько отличается от реального акустического звучания. Потому что, на самом деле, звук я записал вот на этой гитаре, на электронной, а потом, хотя это классическая гитара, а потом сверху наложил уже на звучание обычной, естественной такой акустической гитары. Давайте мы сегодня с вами как поступим. Я сыграю сейчас эту же самую аранжировку, только на акустической гитаре, и запись будет вот такая вот живая, естественная. Вы можете сравнить с предыдущей, со вчерашней версией, и вместе с вами придем к выводу, на какой гитаре лучше записывать звук, на такой или вот на этой. Я думаю, что качество все-таки отличается. Вот, ну и потом уже будем решать, на какой писаться гитаре чаще, на электронной или на обычной классической. Давайте сыграем. Спасибо за просмотр. Сейчас залью на канал, и будет возможность послушать это видео с естественным реальным звучанием акустической гитары. И еще один нюанс. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал в Telegram. Там я буду делиться всеми своими новостями, новыми публикациями и другими интересными материалами. Всего хорошего. Всех благ.